Говорят, тобой заинтересовался адмирал. Ха-ха-ха. Что ж, удачи. Что тебе надо? Сейчас еще одну секундочку. Острая кость чудовища, качественная кость. Где мне их взять? Новая локация. О, Бруги! А, Крэй! Кейси-си. Разве это не... Это еще здесь мы заманили Дора Магдароса. Пошли, не отставай. Постойте, окей? Забыл представиться. Конечно, рутину я оставлю командиру. Не люблю сидеть на месте. Так вот, я преследовал чудовище, когда наткнулся на это место. Какое чудовище? Нергиганта. Когда Дзора скрылся в море, Нергигант точно тоже исчез.
Поэтому я решил пойти по его следу, и вот куда он привел меня. К расщелине, которая, видимо, появилась после буйства Дзоры. Вы нашли Нергиганта? Надеюсь, что найду. И очень скоро. Давайте поднажмем. Какая красота! Только посмотрите! Чуешь? Это потому что неиссякаемый поток, что-то там не успевает читать. Все эти сильные чудовища, которые нам попадались, они наверняка вылезли из-под земли. Почему? Что там такое? Увидишь, Дзора растревожил что-то, когда прибыл в Новый Свет. И мы вслед за ним, и Нергигант тоже. Не успеваю читать, блин. Очень мелко и очень быстро. Ну, теперь мы, наконец, узнаем, с чем мы имеем дело. Будь наготове, сейчас начнется. Есть, сэр. Почти пришли. Куда нам, наверх или сюда? Вперед. То есть мне первым уйти теперь? Чтобы меня первым там отфигачили, да? Если чё. Удивительно, правда? Да. Убежище древнего. Здесь повсюду эти кристаллы. Смотрите под ноги. А некоторые просто огромные. Как они образовались? Понятия не имею. Знаю только одно. Это место буквально гудит от биоэнергии. А значит, чудовище здесь крепче новокристаллов. Адмирал, меня кое-что беспокоит. Что такое? Зачем Дзора Магдарос пытался по тоннелю пробраться сюда? Почему он не мог просто умереть в долине? Возможно, что-то манило его сюда? Как знать. Но одна зацепка у нас есть. Нергигант. Вы правы. Нергигант и Дзора Магдарос. Мы всегда видим их вместе. Должно быть, у него есть причины появляться. И не только у него. По правде, здесь обосновалось множество могучих чудовищ. Нужно отследить их по одному. Возможно, тогда мы поймем, что к чему. Совершенно верно. А как иначе? Начинайте готовиться. Готов? Хорошо. А теперь слушай внимательно. Вот наш план. Все до смешного просто. Сначала мы пойдем в убежище древнего. Потом научим чудовищ, которые там живут. Изучим чудовищ, которые там живут. Ну а потом выследим Нергиганта. Ничего сложного, правда? Идем, изучаем, ищем следы. Готов? Ну, конечно, готов. Выдвигаемся.
Раскрываем секреты нейргиганта. Чтобы отыскать нейргиганта, пройдите по следам, при виде которых ваши светлячки меняют цвет на синий. Идентифицируйте всех крупных чудовищ, которые водятся в убежище древнего. Для этого достаточно их встретить. После этого вы выполните несколько заданий, точнее, выполните их, экспедиции высокого ранга, чтобы собрать информацию о нейргиганте и определить место его обитания. Накопив достаточно очков исследования нейргиганта, доложите о нем эко-группе и получите новое задание. Вы также можете заработать очки исследования, выполняя задания высокого ранга. Да. Так. Теперь все ясно. Шевелись, пора на ход. Найдите всех чудовищ в убежище древнего, найдите информацию о нейргиганте. А еще, блин, что надо тебе сделать? В одиночку все это? Блин, трава, это как раз таки хилка, ну ладно. А это прям чудовище считается? Или это так? Не, ну это такая фигня чисто. Блин, а что-то... В принципе, мне можно игнорировать их, я думаю. Так, это то, что мне нужно. Там след нейргиганта. Я понял. Еще один бронированный. Я типа с таким уже дрался, похожим. Только вот бомбы тут не разбрасывал. Или что это? Это какой-то модифицированный вид. Ураган! Нет, это другой. Там был Брок или Брак. Это реально бомба. Аккумулятор разрядился. У меня же будет стопудово миссия чисто на побить его. Сейчас-то мне зачем с ним драться? Ну ладно, он сейчас отступит, когда. О, это что? Это газ? Некий. Встаем. Это мне повезло, что он отвлекся.
Да блин. Это вообще не надо попадать под это. Тап. Он не хочет уходить. Да, блин, это нехорошо. Блин, нет. Ходим, тут что-то тесновато. Слушай, а может он не отвалит вообще от меня? Давай пройдем просто вперед чуть-чуть. Он не хочет отваливать. Типа, мне же не надо с ним драться прямо сейчас. Насколько я понимаю. Толку от того, что я сейчас не дерусь. Нет такой задачи. Здесь можно построить лагерь. Поговорим, что там, что. Как это делается, забыл еще. Вообще как-то делается. Только для этого здесь, да? А еще что тут есть? Ничего? Чисто... А, ну тут лагерь, может, точно. Здесь будет лагерь потом. Я вас понял. Нам не надо драться, я так понимаю, с ними. У меня ж нет, тут такое не написано, что, мол, победите этого, убейте его. Ископаем их побольше. Мне для молота нужны кости хорошие, редкие. Не исключаю, что они только в этих водятся, в виде трофеев.
Пока не знаю, куда иду, все наугад пока что. Потому что мы эту карту еще не знаем. Кости какие-то. Грубая кость мне не нужна, мне нужна качественная. А вот качественная как раз таки да. Таки да. Что еще есть? Взрывной кристалл. Что это? Что это? Где это, ископаемое или что? А нет, это не ископаемое, это просто камни. Тут что-то ничего интересного не вижу. Возможно, тут будут интересные драки, сражения. Так, а туда мы никуда не идем. Наверх. Да вроде бы нет. Мне почему-то показалось, что там наверх проход был. Я ошибся. Что-то запутался уже, куда надо идти, откуда мы пришли, куда нам надо. Когда мы наткнемся на этого, как его звали-то? В общем, на этого наткнемся и сразу поймем, где мы. Ну вот я туда пошел, да, ведь направо. И полез наверх. Давай попробуем, посмотрим, что тут прямо есть дорога вообще. Прямо дороги нет, кстати говоря. Ураган. Вот здесь вот, смотри, вот сюда можно пройти, походу. Ну это чё? Что? Берил. Гриб какой-то. Так, ну я там не был, получается.
Но этих просто игнорим. Хотя, конечно, я мог бы с ними подраться, блин. Но, блин, не люблю летающих. Погоди, что? Или это они на меня нагрелись просто? Ну чё? Ура. Вряд ли из нее хорошая броня получится. Слушай, туда можно пройти, насколько я понимаю. Нет? Значит, я не понимаю. Выглядит так, как будто можно. Или будет возможно потом. Нет, нельзя, видимо. Наконец-то я вроде как поймал след. Хоть какой-то. Король ящеров. Дадагама. Огненный враг. А, блин. Можно туда попробовать. Воу. Туда вот. Вот. Спасибо. Но опять-таки, мы не деремся с ними. Плевать вообще на них. Я ж тут не был, вроде как.
Или был? Или это выход из пещеры? Да ладно. Я пошел прямо, а мог пойти сюда. Понятно. Там другой проход еще был. Посмотрим. Посмотрим другой проход. Опа. Ураган. Пришел сюда. Что, они дерутся там? Или что? Вроде бы нет. Тут есть какой-то проход еще один. Еще вот тут есть спрыг, по-моему, да? Жаб здесь. Блин, я хотел избежать с ним еще одного столкновения. Пойдем в другую сторону. Освежающий напиток. В какой момент мне это надо сделать? Прям в этот? Предположим. Правда, не знаю, насколько это мне помогло. Как это вообще происходит? Так, слушай, ну я, кстати, сделал одну из двух задач, выполнил. То есть мы можем возвращаться, да? Вернуться в Астеру можно.
Слушай, а как мне тут пробежать? Просто игнорим их. Где лагерь-то? Потерялся. Так что я ж спрыгивал тут, да? Не пройти никак. А, нет, стоп, тут пройти поверху. Можно наверх подняться. Там что, я еще не знаю даже. Выглядит как логово этого урагана, на самом деле. Как то место, где он будет спать. Собственно, вот и следы от него, да. Что это? Это прямо, я так понимаю, его экскременты. Качественная кость — это хорошо. Вообще шикарно, по-моему. Если я не путаю. Если мне нужна именно такая кость. Опять я к лаве пришел, к сраной? Или чё? Хотя нет, стоп, тут. А лагерь наверху? А я тут никак не поднимусь? А, нет, стоп, погоди, я могу подняться вот здесь. Мне надо запоминать просто карту, чтобы потом перемещаться. А, нет, это не лагерь.
Алику. Не хочешь пообщаться с котом? С помощью этого палика мы раскопаем, мы расколем это дело как орех. Какое дело? Там, небось, какой-то, в общем, побочный квест открылся за счет этого. Да, тут проход лагеря, я так понимаю. Значит, это было бы странно. Нет? В смысле? Тут просто ничего? В смысле? У меня даже светлячки ведут туда. Как-то тут нет ничего. Прокатился. А, он прокатился мимо только. Погоди, ну это откроется или чё? Вот чисто по карте я должен будет вот здесь вот пройти, вот в этом проходе, и пройти к лагерю. Но нет, тут нет никакого прохода. И вот здесь тоже должен быть проход, видимо. Но его нет. Придется, блин, возвращаться. Ладно. Мы посмотрели, что здесь. Приперся. Чё ты тут забыл-то? Ладно. Отвали. Соли-соли. Наша экспедиция в убежище древнего почти завершена. Фух, как насчет заслуженного отдыха? Да, пошли.
О, вы вернулись. У меня для вас срочное известие. Я получил целый ряд тревожных отчетов от полевых отрядов. Древние драконы были замечены сразу в нескольких областях. Что интересно, я начал получать эти отчеты как раз во время вашей высадки, во время твоей высадки, вылазки в убежище древнего. Думаю, это как-то связано с нейрогигантом. Мы должны понять, в чем заключается эта связь. Я продолжу собирать информацию о древних драконах и надеюсь, смогу решить, как нам действовать дальше. Нужно рассмотреть следы нейрогиганта, нам не хватает данных. Ну да, чуть-чуть не хватает. По-моему, и так неплохо там поработали. Для начала, по крайней мере. Еще по ходу драк с другими этими. С теми тремя монстрами мы еще найдем, я думаю. Лавасиот, ураган, нейрогигант, а где еще один какой-то там был? О, Додогамма вот. Нейрогигант, еще вот есть Базальгей, с которым я еще не дрался. Кость чудовища. Не знаю, но у меня не хватает все равно, ладно. Шкура кого? А, то есть мне надо все еще искать его следы там? Надо, у меня нет новых сюжетных заданий. Мне надо там было ходить и искать, пока я не выполню. Пока эта полоска не заполнится. Понятно, блин. Почему это так мигает? Бить Барта.
Надо было это все-таки найти следы. Секундочку. Сейчас проверю я. Ту ли кость нашел? Блин, а эти следы-то, ё-моё, где их искать? Ну, в смысле, они случайно попадаются. Светлячки не ведут к ним. А, качественная кость, да. Ну, только мне надо еще две еще. И острая кость чудовища, которая, скорее всего, только в виде трофея попадется. Еще четыре. Ладно. Ладно, пойдем искать следы, блин, чё. Блин, я тут... А зачем тогда мне сказали, возвращайтесь в Астеру? Блин. Так бы и сказали сначала. Это... Соберите до конца вот эту полоску сраную. А где искать? Вот в чем вопрос. Можно пойти опять туда, вот где это логово вот этого типа. А ты кто? Погоди. Я хочу поговорить с ним. О, это ты! Все-таки решил мне помочь? Я знала, что не зря тебя выбрала. Чего? Ты кто? Ты слышала о жуках-бомбах? Эти насекомые катают задними лапками самострельные бомбы. Иногда они ошибаются с материалом, но чаще выбирают то, что нужно. Разве не чудо? Я всю голову ломаю. Как они это делают? Думаю, этот вопрос требует дальнейшего изучения. С твоей помощью, конечно. Заранее спасибо, помощник. Что надо делать? Поймать жука-бомбу. Это как? Я пойму вообще, где он находится. Это жаба, это не жук. А это кто? Да блин, жаба не нужна. Навоз, зачем мне навоз-то? Жаба. Мне надо найти еще следы этого нейрогиганта. Только где они? Они могут быть где угодно, по всей карте.
что как бы что-то не очень прикольно. Пока их не найду, я не смогу. Ну, типа, не будет у меня миссии сюжетной. Не то все. Грубые кости. Согрелись, блин, все-таки. Ну ладно, ничего страшного. Сейчас отлипнут. Че? Какой жук? Жук-приманка, это не то. Не тот жук. Секундочку, погодите. Блин, я же не могу тут поставить на паузу. У меня же там геймпад разряжается сейчас. Все время он... Ого! О-о-о. Так тут не только три монстра, тут четыре их. Куда же без дракона? Не так ли? Где там что было? А, это просто растение было. Такое ощущение, что туда можно пролезть. Не забыл никакую кнопку управления, которая позволяет пролезать. Ощущение, что реально тут все можно пролезть куда-то. Вообще, для чего это место еще нужно?
Погоди, мне плохо? Где мой странный напиток? Кот, быстро. Я тут поджаривался, оказывается. Ну, я даже не знаю, я вот разве что вот там вот не был, в небольшом помещении. Ну, не помещение, но типа... Потом надо будет посмотреть еще по карте. Может, я что-то упустил. Здесь я ничего не вижу. Тут ничего нет. Светлячки не реагируют. Я забыл, тут есть стелс? Типа спрятаться в траве. Тут непонятно, куда проход. Тут непонятно. А, тут закрыто, да? А тут не закрыто. Мы выйдем, посмотрим тогда. Блин, если я не найду, это вообще будет отстой. Куда ведет это? Куда меня ведут эти следы? Или они никуда не ведут?
Где? Где еще? Это он? А это есть нергигант? Или это кто-то другой? Это просто какой-то... Не нергигант. Просто еще один... Всратый дракон. У меня ж мало было всех предыдущих. Он еще бежит, блин, за мной. У меня что бежит. Слушай, ну какие-то следы я подобрал все-таки, но... Это недостаточно, как тут написано. Вот тут какой-то, как будто бы проход нарисован. Тут нихера нет, опять-таки. Тут ничего же нет. Погоди, стой. Что-то следы. Сколько? Сколько можно? Этого недостаточно, оказывается. Это не то, это все тоже не то. Нет? Еще недостаточно, твою мать. Что ты будешь делать? Так, окей, я понимаю, где я. Должен еще не сгореть случайно. Эффекты от напитка кончились.
Блин, сколько еще следов-то надо найти? Да и вроде бы я везде был уже. Тут я не был, конечно, к югу от лагеря. Там, по-моему, нет прохода пока что. Какие-то места закрытые есть. Ой. Так не понял, куда вот это, что это за... Это просто тупик так обозначен. Потому что там нет прохода никуда. Так. Ну сколько там можно-то? Сколько можно? Синий цвет меня сбили. Куда я ввели следы? Драконы на самом деле больше всего бесит, потому что они умеют летать. Они очень быстрые и маневренные. В отличие от ходящих. Что я взял? Какой-то крутой камень, видимо. Блин, я только хотел тут походить. Ну, как-то передумал. Хотя я там был только недавно.
Не знаю, эти следы, может, они рандомно появляются или нет. Или они прям реально вот где-то вот находятся только. Где-то в одном месте конкретном. И надо найти его. О, Грималкин предлагает помощь. Мяу-мяу-мяу. Ты зачем нам его ловить сейчас? Не туда вообще. Не то. А вообще был там внизу? Идеи, да. А, да, это было точно. Окей, где еще может быть этот? Точнее, где еще я не был? Хотя, может быть, не суть, где я не был, может быть. О, привет. Наш новый приятель Грималкин хочет пойти с нами. Пусть идет. Слушай, вот тут я вроде не был. Может, тут есть следы? Но, честно говоря, у меня уже не так много времени. Надо бы уже скоро будет заканчивать. Это не то. Только посмотрю, что здесь. Интересно. Чё, к чему это все?
ребята, к чему это все? Ну ладно, я думаю, надо бы возвращаться мне. Потом поищем. На сегодня на этом закончим. Вот. Чуть-чуть нашли следов. Не знаю, если они рандомно появляются, то в следующий раз они должны опять появиться там, где я уже был. А если не рандомно, то надо будет искать. Почти уже, вот прям писюлечка остается. Или все? А стоп, нет. Расследование завершено? А, то есть все? А чё я тупил тогда? Как-то повиднее, покажите, что типа, вау, молодец, ты закончил, возвращайся. Нет, блин. Я уже нашел все следы, получается, да? Да. Окей. В следующий раз мы пойдем, в общем, туда, вот, и возьмем, у нас появится сюжетная миссия. Может, на нее и пойдем. А на этом на сегодня закончим. Все, пока.